Добрый вечер, ребят. Добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение? Russian Music Box! Чего ждем от сегодняшней ночи? Влад Топалова, мы ждем! Топалов, ты слышишь, тебя ждут? Танцуем сегодня, отдыхаем, сегодня ваш вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, очень приятно. Листок от слуги, а вина билет. Ты улетишь, едва придет рассвет. Полчаса у нас, чтоб нарушить ход вещей. Слишком поздно все менять. Но жаль, что я не смог тебе сказать, что готов на все, лишь бы ты была моей. За любовь твою душу отдаю, за любовь твою на краю стою. Добрый вечер. Добро пожаловать к нам в Тель-Авив, в Израиль, в оперу. Как настроение? Настроение шикарное, новогоднее. Очень рад здесь побывать, наконец-то. Потрясающий клуб, хорошая вроде публика. Все нормально. Ты первый раз в Израиле? Да. Слышали, что ты выступаешь в театре? Ну, играю в театре. Играешь в театре? Да, я играю в театре, да. Поподробнее, пожалуйста, об этом. Как успехи?
«Успехи хорошо», спектакль называется «Результат налицо». Это романтическая комедия французского автора Клода Манье, режиссер Андрей Альбертович Житинкин, очень известный театральный режиссер. Со мной вместе играют потрясающие актеры, такие как Олеся Зудиловская, Борис Григорьевич Смолкин, Артем Ткаченко, ну, в общем, и так далее, и так далее. Я думаю, что зрителям израильского мьюзик-бокса вряд ли это о чем-то скажет, но тем не менее. Каждым из них только холод и пыль дорог. И сколько я их уже прожил, но только бы мне хватило сил найти этот день, что две разных судьбы соединил. Глаза цвета неба, которых любовь. Скажи мне, пожалуйста, а что ты ожидаешь вот от сегодняшнего вечера, от выступления? Как думаешь, как тебя встретит израильская публика? На самом деле, скажу тебе, что мы сейчас ходили среди людей, брали у них интервью. Все девчонки просто, ну, ждут. Так уж... Посмотрим. Раз ждут, значит, дождут. Значит, дождутся. Если бы кто-то знал, как я устал бежать от сна, то, видно, я должен был донырнуть тогда. Глядя в стекло окна, как я молил сойти с ума, но в этом холоде и была цена. Скажи мне, ну и напоследок, что ты желаешь нашему проекту, телеканалу Music Box, ночному клубе оперы в Тель-Авиве? Ночной клуб оперы в Москве имел огромный успех, поэтому желаю такого же большого, ошеломляющего успеха этому клубу, чтобы сюда ходило много хороших, интересных, ярких людей, была хорошая музыка и, самое главное, всегда хорошая и добрая атмосфера. Выдохнуть жизнь, делая шаг, сердце пусть без одежды душа, и получить счастье взамен, счастье под небом, но мир всем. Поделила пополам, на миг не жила любовь и на шаг за край. Жить без тебя больней, легче осколком битых дней, играя на струнах вен, сочинит свой рай. И счастье толкнет волной, слышу твой шепот за спиной. Я знаю, что это ты пришла за мной. Верил, что ты придешь. Видишь, поет последний дождь. Я не боюсь лететь, если ты со мной. Выдохнуть жизнь, делая шаг, сердце пусть вниз, а вверх душа. И получить счастье взамен, счастье под небом, но мир всем. Прожитый шанс, падая ввысь, верить любовь длиннее, чем жизнь. Спасибо!
экс-вокалист группы Hi-Fi. Митя Фомин едет на зимовку в Израиль. Все будет хорошо в клубе «Опера Тель-Авив» на Music Box Party 28 января.